Чуваши – один из лидеров Поволжья по строительству жилья на одного человека. И больше всего многоквартирных домов возводится именно в Чебоксарах. В прошлом году заветные ключи получили многодетные семьи, дети-сироты, ветераны. При получении квартиры появляется вполне логичный вопрос – какой мебелью обзавестись? Уже 12 лет в Чебоксарах работает предприятие «Ефимовская слобода». Начиналось все с небольшой мастерской. Теперь предприятие готово вырасти до размеров мебельной фабрики. Что является сдерживающим фактором, выяснили мои коллеги Галина Титарчук и Евгений Анисимов. Вот в таких стесненных условиях работникам приходится кроить, шить, выпиливать и собирать будущие кровати, столы, шкафы. Тут же хранятся дорогие сирийские и турецкие ткани, фурнитура и нитки. Готовая продукция теснится в небольших помещениях и даже в коридорах. Весь процесс изготовления мебели раскидан по разным корпусам. У нас сейчас где-то около более 3000 площадей квадратных, но эти площади раскиданы по зданием получается. Они маленькие такие, по 600-800 квадратов. И как бы это очень неудобно. Хочется все построить в одном месте, в одну большую фабрику, и чтобы весь начальный цикл от пропущенные куски ламината до сборки был в одном месте. Столичные власти также заинтересованы в том, чтобы таких успешных предприятий в городе было как можно больше. Глава города Чебоксары Леонид Черкесов лично проверил качество продукции Ефимовской слободы и познакомился с условиями работы сотрудников. Мы посмотрели стесненные условия, есть новые разработки, есть новые технологии, которые они хотят внедрить. Мы вот будем смотреть, как помочь этому предприятию, чтобы действительно они развивались, действительно, чтобы и качественную, и современную, и оборудование, чтобы купили, а самое главное, качественную продукцию выпускали. Это плюс рабочие места, налоги, бюджет города. На Ефимовской слободе выпускают достаточно широкий ассортимент продукции. 2 года назад открылся собственный магазин в новом микрорайоне Богданка. Придя сюда один раз, многие становятся постоянными покупателями. Нам очень нравится этот магазин. Во-первых, мы живем недалеко здесь. Вот куда бы я ни ездила, цены дороже, чем здесь. Здесь очень хорошее обслуживание. Сразу предлагают, что показывают, что мне нравится. Я тут покупала стенку. Потом покупала я еще здесь для кухни угловой диван заказала. И все это можно еще в рассрочку у них. Это очень удобно для нас. Здесь представлена не только классическая мягкая корпусная мебель, но и новинки. Стол-трансформер, диван-книжка, хиты последних продаж. Кстати, эта мебель завоевала огромный авторитет среди покупателей не только в Чебоксарах и Чувашии, но и за ее пределами. И если в ближайшее время город сможет предоставить необходимые условия для работы, возможно, наряду с известными чувашскими брендами появится и еще один – Ефимовская слобода. Качественная и недорогая мебель из Чувашии. Галина Титарчук, Евгений Анисимов, Республика.